Перший діловий досліджуватиме цю тему і надалі, і подробиці з'ясовують наші кореспонденти. Розвиток подій чекайте вже у наступних випусках. Разом з тим розлого тему будівництва доріг в Україні нині обговорюємо із колишнім заступником міністра інфраструктури Олександром Кавою. Вітаю вас, пане Олександре. Тож, чи дійсно це так, чи справді набирає обертів велике будівництво, як про це звітують урядовці? Здравствуйте. Программа «Большое строительство» – это, по сути, продолжение программы Владимира Гройсмана «Капитальный ремонт страны». И, в принципе, говорить о каком-то существенном увеличении объемов пока не приходится, хотя дорожный фонд, вот, а именно за счет дорожного фонда ремонтируется большинство автомобильных дорог в стране, в этом году действительно увеличился, и это увеличение было заложено еще правительством Владимира Гройсмана. Алексей Гончарук к этому процессу не имеет ни малейшего отношения, кроме пиара, потому что то, что касается школ, детских садов и поликлиник, это все давно финансировалось и правительством Гройсмана, только это финансировалось и называлось Государственный фонд регионального развития. Именно за счет его и продолжает финансироваться ремонт школ, детских садов в областях. И к центральному правительству эти ремонты не имеют ни малейшего отношения. Это все финансируется за счет фонда регионального развития, а также за счет областных бюджетов. Просто мы видим, что, к сожалению, правительство пытается приписывать к себе не свои заслуги. Ви говорите про те, що започаткував цю програму, але під іншою назвою, тодішній прем'єр Гройсман, потім продовжив, але перейменував Гончарук. Що ж відбувається зараз з теперішнім прем'єром Денисом Шмигалем? Чи продовжується ця програма, чи продовжується будівництво? Саме дорожній аспект цікавить. Ну, дорожный аспект действительно финансируется. Работы начаты во всех регионах Украины. И благодаря вмешательству Владимира Зеленского даже были немного подкорректированы отдельные проекты. В частности, строительство автомагистрали Н-31 Решетиловка-Днепр, вот, которая является ответвлением от скоростного шоссе Киев-Полтава-Харьков возле города Решетиловка в Полтавской области, будет по большей мере построен именно в этом году, а на следующий год останутся всего лишь небольшие отрезки. И, в принципе, к концу года из Киева в Днепр, вот, а Днепр – это не только город с населением чуть больше миллиона жителей, но и агломерация, вот, можно будет добираться полностью от Киева по скоростному четырехполосному шоссе. И время в пути будет занимать, не нарушая скоростной режим, а обращу внимание, что на этой дороге будет действовать скоростное ограничение 110 км в час, можно будет добраться немногим более, чем за 4 часа. По сравнению с нынешними 7-8 часами, которые занимает поездка из Киева в Днепропетровск, это будет, конечно, существенное улучшение. А принимая во внимание то, что дорога будет идти в основном за пределами населенных пунктов, то это будет и безопасность, вот, и, соответственно, более комфортная езда. А разделенные потоки, ну, скоростное шоссе – это дорога, которая имеет 4 полосы движения, по 2 в каждую сторону с двумя проездами, вот это будет и гораздо безопаснее, поскольку на таких дорогах исключены лобовые столкновения. Ремонт доріг, принаймні, декларативно вирішили не припиняти. Про таке заявив прем'єр Денис Шмигаль 1 квітня на засіданні уряду. І зазначив, що для Державного агентства автомобільних доріг створюють додаткові можливості для залучення 19 мільярдів гривень під державні гарантії. Як ви оцінюєте це рішення уряду і таку суму? Сума, в принципі, вполне реалістична. Вот уже было принято решение правительства о выпуске облигаций, которые будут распространяться между украинскими государственными банками. Вот из этих 19 миллиардов будет 5 выпусков, то есть, и, соответственно, с разным сроком действия. Часть облигаций будут годовыми, то есть будут погашаться из государственного бюджета в следующем году, часть двухлетними, еще часть трехлетними, четырехлетними и пятилетними, соответственно. Это позволит
увеличить объемы ремонта дорог уже в 2020 году и, соответственно, к концу года большему количеству граждан нашей страны пользоваться современными европейскими дорогами. Вот очень надеюсь, что государственный бюджет все-таки у нас будет наполняться при новом министре финансов Сергее Марченко гораздо лучше, чем при его предшественниках. И надеюсь, что правительство не будет вынуждено пересматривать свое ранее принятое решение о несменности ремонта дорог как приоритета. А які, на вашу думку, ризики несе таке рішення? Чи не опиниться Україна у нових боргах, які потім будуть погашати платники податків за рахунок державних коштів? І, можливо, неякісні дороги, які потім спишуть на карантин, коронавірус, попередників тощо? Ну, в принципе, данные облигации будут размещаться среди украинских государственных банков, вот, и погашаться за счет бюджета. Здесь каких-либо рисков дополнительных для бюджета нету, наоборот, это возможность более быстрыми темпами проводить ремонт автомобильных дорог. Вот. Что касается качества, то за последние 5 лет те дороги, которые ремонтировались капитально, реконструировались, они выполнялись на европейском уровне, эти работы, и никаких замечаний по их эксплуатации нету. Да, у нас есть проблема с теми дорогами, которые ремонтировались аварийным ремонтом, или как его еще называют, ямочным ремонтом. Но это те дороги, которые давно нужно ремонтировать капитально, но из-за нехватки средств эти дороги ремонтировались ямочным ремонтом. Но по ямочному ремонту даже в Европе никто гарантии не дает. Отказаться от ямочного ремонта можно будет только тогда, когда у нас дороги не будут эксплуатироваться сверх установленных сроков. А так, к сожалению, до сих пор у нас более 90% автомобильных дорог и государственного, и местного значения, они эксплуатируются с просроченными капитальными, средними ремонтами. Причем срок этих просроченных ремонтов там не год-два, а 10, 20, 30, а то и более лет. Заговорили з вами про гроші, давайте про це детальніше. Прем'єр обіцяв зберегти заплановані видатки на будівництво доріг у бюджеті оновленому, який, власне, заплановано буде ухвалювати. І на розвиток мережі автомобільних доріг загальнодержавного значення заплановано понад 37 мільярдів гривень. Сума такою, на вашу думку, і залишиться, не буде вона урізана? Я дуже сподіваюся, що Міністерство фінансів зможе обеспечить изменения в государственный бюджет без того, чтобы сокращать средства на ремонт дорог, в первую очередь, государственного значения. И пока мы слышали и позицию президента Украины, и позицию премьера и министра финансов Сергея Марченко о том, что ремонт автомобильных дорог его значения будет оставаться в приоритете. Так что я искренне надеюсь, что все-таки те объемы финансирования, которые были заявлены, они будут сохранены. И к концу года во всех областях Украины граждане увидят десятки, а то и сотни километров современных европейских дорог. А от щодо фінансування на субвенцію місцевим бюджетам для дорожнього господарства заплановано майже 22 мільярди гривень. В нинішніх умовах чи можливо, що будуть заощаджувати якось там, перерозподіляти кошти? І якщо загальнодержавні дороги будуть по плану фінансуватися, то із місцевими будуть питання? Я думаю, что проблем с местными дорогами тоже не будет, потому что финансирование и государственных, и местных дорог идет за счет специализированного дорожного фонда. Вот. И деньги дорожного фонда распределяются пропорционально между дорогами государственного и местного значения и фондом безопасности. Так, согласно закону об автомобильных дорогах, 60% средств дорожного фонда идут на ремонт и эксплуатацию и строительство дорог государственного значения, 35% средств идут на ремонт и эксплуатацию дорог местного значения, за которые отвечают областные государственные администрации. Также часть из этих средств может идти на ремонт муниципальных дорог, которые находятся в населенных пунктах. А 5% средств дорожного фонда идут
на ремонт, на меры по повышению безопасности автомобильных дорог. В первую очередь это безопасные пешеходные переходы, кольцевые развязки и островки принудительного снижения скорости на въездах в населенные пункты. Вот, потому я думаю, что пропорция меняться не будет, то есть, чтобы изменить, нужно менять закон. Но если какие-то области не будут успевать использовать деньги в этом году, то здесь тоже не стоит бояться, поскольку эти деньги целевые, они законом защищены от нецелевого использования и могут направляться исключительно на ремонт и эксплуатацию дорог местного значения. Вот, и в принципе в этом году, по сравнению с предыдущим годом, объем фінансування місцевих дорог увеличився почти в два рази. А на вашу думку, чи зміниться вартість проєкту реконструкції, ремонту, будівництва нових доріг, вартість кілометра нової дороги в зв'язку із ситуацією, яка є в Україні і у світі? Я думаю, що скоріше ні, тому що стоимость, например, битума, а битум – это одна из основных компонентов, которая идет на строительство асфальтобетонных дорог, она, наоборот, снижается, исходя из того, что мировые цены на нефть рухнули, а битум – это, в принципе, производится при переработке нефти, при производстве бензина и дизельного топлива. Так что, наоборот, мы ожидаем снижения стоимости битума, но при этом, возможно, увеличение стоимости рабочей силы, вот, потому что из-за повышенного спроса сейчас довольно сложно найти квалифицированных сотрудников в достаточном количестве компаниям. Так что я думаю, что цены останутся на том уровне, который был заложен в проектной документации. Опять же, нужно понимать, что стоимость ремонта, она всегда высчитывается проектными организациями на основе проектной документации, которая под каждую конкретную дорогу разрабатывается с учетом ее состояния, с учетом количества инженерных сооружений, это мосты, путепроводы, эстакады, водопропускные трубы, там насыпи и, соответственно, средств, которые нужны на их ремонт. А битум российский? Нет, в основном у нас используется битум белорусского производства, производство Польши и производство Литвы. Вот, украинского битума, российского битума на украинском рынке немного. Вот, но нужно понимать, что закупают битум не предприятия Укравтодора или областных администраций, а все ремонтные дороги, все ремонтные работы выполняют частные компании. И именно частные компании занимаются закупкой материалов. Чи може Укравтодор, посилаючись на таку ситуацію в Україні, карантин, епідемію, змінити правила гри і, власне, принцип виявлення замовника, посилаючись на, власне, те, що відбувається, мовляв, фірма А дуже добре відремонтувала якусь дорогу або побудувала нову дорогу, тож без конкурсу, без тендерів віддати їй на освоєння якусь іншу дорогу? Чи може таке бути, на вашу думку? Ні, согласно українського законодавства, це зробити не возможно. И Укравтодор уже на протяжении 4 лет все закупки работ по ремонту автомобильных дорог проводит через систему Прозора, вот, где вся открытая информация, везде можно посмотреть участников по каждому тендеру и посмотреть цены, с какими участники принимали участие в аукционе. А у випадку надзвичайного стану, якщо буде оголошено? Ні, навіть в випадку надзвичайного положення, якщо таке буде введено, такі обмеження зробити неможливо. І наостанок хочу поцікавитися, що в Укравтодорі вирішили не припиняти дорожні роботи попри карантин, і будуть працювати люди і надалі. Цікаво, чи передбачені додаткові статті витрат на забезпечення безпеки співробітників, дезінфектори, маски тощо? Эти вопросы решает не Укравтодор, а подрядчики, которые работают на площадках. Некоторые компании, они существенно пересмотрели свою логистику, пересмотрели размер рабочих бригад, которые работают вместе, но это уже касается именно частных подрядчиков, которые выполняют работы по ремонтам. Якщо говорити наостанок, тож за вашими прогнозами, скільки кілометрів доріг таки вдасться побудувати в Україні нових і якої вони будуть якості?
Если мы говорим о дорогах государственного значения, без местных и муниципальных, я думаю, что в этом году будет отремонтировано капитальным ремонтом, реконструировано и построено с нуля порядка 2000 километров дорог государственного значения. Тоді, як планували 4, говорили про цю цифру? Это были цифры некомпетентного правительства Алексея Гончарука, пускай на его совести остаются эти цифры. Дякую, пане Олександре, за ваші думки та коментарі і прогнози. Це був Олександр Кава, колишній заступник міністра інфраструктури. А ми рухаємося далі. Не перемикайте.